вообще как? Да, можно. Ну это в следующий раз, ну, на следующий круг. Ну, смотри, единственное, чтобы не сильно-сильно длинное, а так как бы нормально. Ну, посмотрим. Итак, по последним событиям, не знаю, кто как воспримет, но вот мои такие личные, по крайней мере, мнения. Душа – неистребимый вздох, и эту данность подтверждая, идет по жизни вечный лох, во всех эпохах возникая. Есть в нем чуть-чуть от МММ, от коммунизма светлой веры. Его собрание всех проблем не учат прочие примеры. Он верит в вечную любовь, доброжелательность соседей, что Дед Мороз под Новый год к нему вдруг по небу приедет. Он занимает всем друзьям, при этом сам сидит без денег. Согласно всем календарям, рожден бедняга в понедельник. Его влечет к иным краям. Он верит, рай есть там, далеко. Он украинец. И Майдан – местечко верное для лоха.